Показательное выступление учеников Мегино-Алданской школы, победителей районного конкурса «Снежный бар», стало украшением конференции. В Тампонском Улусе подвели итоги года гражданского патриотического воспитания в образовательных организациях. И первая районная конференция по патриотическому воспитанию состоялась в Ханге. В Хандыге состоялась первая районная конференция «Патриотическое воспитание в Тампонском Улусе. Опыт, тенденции и перспективы» в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». В работе конференции приняли участие руководство района, представители военного комиссариата, совет ветеранов, общественности, директора школ и их заместители, педагоги и учащиеся образовательных учреждений, студенты горно-геологического техникума. В ходе пленарного заседания были обозначены основные цели и задачи работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Тампонском районе. Подведены итоги прошедшего года гражданско-патриотического воспитания в общеобразовательных организациях. Пришло время сконцентрировать в единое, чтобы была районная программа. И со своим уставом и так далее, с источником финансирования и объединить. Тут же военкомат и так далее, и так далее. Учащаяся Крисхаджайской средней школы Нергуяна Винокурова поделилась о деятельности военно-патриотического клуба «Берген». Студенты горно-геологического техникума Эдуард Немога и Олег Могильников рассказали о методах и результатах учебно-полевых сборов. Настоящим украшением торжества стало показательное выступление победителей районного конкурса «Снежный барс-2016» команды Мегино-Алданской средней школы. Я тоже патриот в своей стране, я люблю свою страну. Я очень горд, что нахожусь рядом с ветеранами, так как они видели войну, прошли всю эту войну. И мне бы очень хотелось, чтобы они жили еще подольше чуть-чуть. По итогам районной конференции принята резолюция, основная задача которой – создание районной программы «Патриотическое воспитание граждан Тампонского района на 2016-2020 годы». Мария Винокурова, Павел Сивцев, НВК Саха, Хандыга.